О. Вообще, в принципе, на этого чувака тоже можно клип делать. Вот на этого чувака тоже можно клип делать. Вот на вот этого вот. Это тоже снайпер. Они как этот. Надо обсуждать алкашей, или они уже меньшинство по ньюмеров надо поддерживать. В смысле осуждать алкашей? А чё ты взял, что... о каких алкашах идет речь вообще? Если человек пьян, не значит, что его надо осуждать, например. Другое дело, если чел постоянно квасит и делает что-то, ну, неадекватное, тогда, ну... Тогда, да, не можешь себя контролировать, значит, изменить свое состояние, не входи в него. Есть такие, знаете, ну, прибухивающие интеллигенты, и ничего страшного в этом нет. А есть чуваки, которые, ну, пару стопариков все прокидывают, и все, они уже просто неадекватные. Бля, не надо. Не убивай. А прикиньте, если бы я бинтики накрутил. Классно раздал, спасибо. Как думаете, что этот парень тут делает? А, нет, этот чувак просто играет. Мне уж показал, что он меня ищет. Паранойка, паранойка. Так, Ром, блин, я что-то это... Ну, катка такая, знаешь, насыщенная, я что-то немножко потерял. Да, давай до конца этой катки подумаю, что можно придумать.
агрессивные какие-то чуваки. Очень агрессивные. Прям убийцы, я бы сказал даже. Девять киллов. Шо? Ну вот это хороший. Хороший кемп. 9 киллов. Ой, пожалуйста, можно эту катку на YouTube? Ну пожалуйста, можно, меня никто не убьет. Пожалуйста. Вспомнил фразу из Battlefield Bad Company 2. Там, когда за саппорта играешь, там чел такой, знаешь, с таким акцентом людей с южных республик, говорит: «Это вам не гандоны, это вам патроны!» И, ну и патроны бросает. Я не знаю, как это переводили, типа... Ну там вообще было очень много мемных фраз в Battlefield Bad Company 2. Например, вот эта легендарная фраза: «Это говно привело нас в задницу!» Ну то есть вы понимаете, да, вот сразу представляется Гензель и Гретель. Только там они шли по хлебным крошкам, а здесь ребята как бы, ну... Понимаете? Биби, блять. Давай, наберешь. Побибикал. Бля, я угораю с этого. Биби, типа такой. Биби, блядь. Биби. Биби, блядь. Крыса как бы очередная сидит. Все, вот так вот. Вот так эти катки, ну, пиздатые обламываются. То есть у меня дохуища каток, где я не дохожу до топа, но с большим количеством киллов. У меня вот какая-нибудь вот такая вот штука, которая на жопе ползает. Ну, я тут сам виноват, я сам типа пикнул еще.